крымский город Севастополь сотрудники МЧС России доставили 2 электрических генератора тем семьям, которым они жизненно необходимы. В этих семьях есть дети, страдающие серьезными заболеваниями. И лишение постоянного источника электроэнергии для них недопустимо. Так, 11-летний житель Севастополя Иван Плотников страдает спинальной мышечной атрофией. Это заболевание требует постоянного использования искусственной вентиляции легких. И отключение электричества на полуострове у мамы Ивана вызвало серьезное беспокойство. Мы задумывались о том, что будет, если выключат свет, и были спокойны, потому что аккумуляторы держат там от 7 до 8 часов, ну по-разному. Но несколько дней назад мы поняли, что мы ошибались, потому что свет начали выключать сначала на 5 часов, потом на 6 часов без перерыва, потом 7, и максимальный предел это был 9 часов. Вот тогда мы серьезно испугались. Электрический генератор был доставлен и в семью совсем юного жителя Севастополя. Мальчик также страдает серьезным заболеванием. Его жизнь поддерживается медицинским оборудованием, работа которого невозможна без электричества. Главная цель сотрудников МЧС России – обеспечить электрогенераторами медицинские учреждения, удаленные населенные пункты и семьи, которые остро нуждаются в электроэнергии. А чтобы порадовать маленьких севастопольцев, спасатели подарили им небольшие игрушки – самолеты и спецмашины МЧС.